Всем привет! Тут, короче, такое Кудрявцева, типа, встретила весну в новом образе. И это образ не Николая Чудотворца, как минимум. Известная телерадиоведущая Лера Кудрявцева за период своей карьеры не раз удивляла зрителей провокационными нарядами и оригинальными прическами. Пару лет назад светская львица неожиданно подстриглась под каре, однако в последнее время звезда не спешила радикально меняться. Но как бы уже today, то есть сегодня, в Инстаграме нарисовалась вот такая фотография, где Кудрявцева, кстати, в довольно-таки новом образе, популярная телеведущая поделилась новостью о том, как снова стала обладательницей длинных волос. Процитирую просто Кудрявцеву, что типа проснулась с ощущением, что хочет что-то поменять. Посмотрела в кошелек, долларов не было. Ну, доллары не стала менять, да? Ну, как говорит сама певица, ведущая, у меня так часто бывает, и я поняла, что хочу снова длинные волосы. Весна навеяла. И сразу же, пожалуйста, длинные волосы, как по щелчку пальца. Я скажу, что Кудрявцева и с длинными, и с короткими волосами все равно хорошо она выглядит в любом возрасте с любыми волосами. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал. Счастливо.